Я начал заниматься баскетболом очень поздно, в 15 лет. До этого возраста я даже не знал о существовании такого вида спорта, потому что у меня с малого детства я был футболист, я стоял в воротах, мне это нравилось. Я учился в сельской школе, я не городской. У меня, чтобы дойти до остановки, нужно было 15 минут идти пешком. Мы жили в вагончике, мы жили не в доме, в вагончике, вот как стоят вот рабочие настройки. У нас не было ни холодной воды, ни туалета в доме, поэтому я был такой неискушенный. И вот он пришел, он уговаривал меня, он день пришел, в школу пришел, к родителям пришел, видит, уговоры не идут. Потом пришел второй тренер, Сергей Александрович Зазулин, тоже видит, я говорю, вот тренер, но я баскетболом не буду заниматься. И он уже видит, что через меня невозможно заманить в баскетбол. Он уже обратился к родителям и маме. Да вы посмотрите, Валентина Михайловна, у вас же сын, посмотрите, какие у него руки. Это же будущий олимпийский чемпион. Это в то время. Я попал очень рано в профессиональную команду, в 18 лет. И там уже никакого снисхождения не было, там уже пришлось соревноваться с мужиками. И если ты за себя не постоишь, ты никуда дальше не пойдешь. Я очень рано попал в сборную Советского Союза, очень рано. Я даже не мог подумать, потому что сзади стояли тренера, которые говорили, тихий, ты должен двигаться дальше, отдыха нет. Сборная закончилась, тут же начинался клубное соревнование. Даже неделю не было на отдых. Поэтому расслабиться не давали тренера, но и мне этого хотелось. Было желание играть за юниорскую, молодежную. А когда уже ты уже попал в национальную сборную, это то же самое, как вы сейчас говорите, это такой кайф. Я не пришел, ребят, чтобы понимали, я не пришел в баскетбол. У меня были... хорошие наставники, мне повезло, я вам скажу честно. Они меня заставили, наверное, они увидели во мне то, что из меня может что-то получиться в этом виде спорта. У меня были хорошие наставники. Первый тренер Барышев Александр Борисович, Сергей Александрович Зазулин, Олег Львович Ким. Ну и, конечно, это самое главное, это когда уже попал в руки великого тренера Александра Яковлевича, они... смастерили из меня то, что есть вот сейчас, наверное, перед вами. Те люди, которые посещают ВДНХ и которые будут видеть это все, будет перед ними маленький пример, то, что в нашей стране все-таки был, есть и, я уверен, будет большой спорт.